Я один вещь вам скажу, что Да. Единый Кавказ, это страшная сила для всех окружающих нас. Единый А Кавказ, которому хотели привести этот вопрос, наш уважаемый Эдуард Амбросович Шеварнадзе, Гейдар Алиев и уважаемый Темирчан. Хотели этот вопрос поднимать с центром, как было в свое время в Тифлисе. Но случилось, что случилось. Молодец, Дали вот маленький я с намек этим дали, с вами маленький намек согласен. дали, Молодец. тут же почему-то ворвались в парламент Армении и попала пуля именно бедный Демирчан. И это был сигнал кому? Алиеву и Шеварнадзе, сидите, не рипайтесь. А если бы тогда бы наши народы объединились, поверьте, братья, не было бы силы, которая бы нас покорила. Никакой. А сейчас это, знаете, это есть такой исторический факт. Турция и Россия все время воевали между собой за что? За то, что быть здесь, на Кавказе, это главное. И сейчас то же самое происходит. Поверьте мне, и нас, братские народы, между собой делают врагами. Это, знаете, как у них, у них это не символ, это как называется на русский будет, это лозунг, лозунг. Что? Разделяй и властвуй. Вот что делают с нами. А мы, как эти непонятливые люди, на их это побегушки идем. И друг друга уничтожаем.